Клинок Танта и сталью 8А. Сечение Синоги Дзукури идет. Длина нагаса 275 мм. Ширина в районе Мати 27 мм. И в районе Кисаки 25. Толщина, соответственно, 6 мм. И в районе Кисаки идет 4,5 мм. На обеих сторонах дол. Ширина дола идет 7 мм. И на окончании идет 5,2 мм. Длина хвостовика накага идет 112 мм. Насечка прямая, кири. И, соответственно, на хвостовике моя подпись Ито Мацумото. Отверстие диаметром 5,5 мм для крепежного штыря на куги. Теперь о самой фурнитуре. Муфта Хабаки сделана из меди. Крепежный штырь Мекуги. Классический конусной получился у меня. И сделан из бамбука. Литая цуба из латуни. Шайбы сеппа из латуни и меди. Рукоять из липы. Фути и касира из меди. Мануки тоже из меди. Шкура ската черного цвета. Шнур, оплетка из черного кожезаменителя. Черная искусственная кожа. Далее ножны. Тоже из липы сделаны. Медные фитинги установлены. Обработка меди идет старение такого вот плана. Такая морщинистая медь получается. Вот, ножны покрыты двумя слоями трехкомпонентного черного лака. Текстурного. Куриката изготовлена из микарты. И шнур сагао тоже идет из кожезаменителя. Так, сейчас покажу уже собранный. Буду постепенно собирать клинок. Уже в полноценный готовый нож. Муфта Хабаки. Сеппа. Цуба. Еще одна шайба сеппа. Далее сама рукоять. И все это фиксирую с помощью штырька Мекуги. Вот. Получился такой сам танта. Шайба сеппа утоплены в цубу. Вот. Ну, теперь покажу уже, собственно, в ножнах. Ну и вот, весь танта в сборе. Сидит в ножнах достаточно плотно. Вот. Все.